Сержант Пугачев, ваши документы. Добрый день. Вот, пожалуйста. Номера-то специально заляпали? Да вы что? Ух ты! Вы знаете, я в канаву залез, меня трактором доставали. Это меня не интересует. Номера надо отмыть. Да я с удовольствием. Сейчас я до первой мойки доеду и... Нет. Здесь и сейчас. Послушай, сержант, ну а как я тебя отмою? У меня же тряпки нет, воды нет. Это не мое дело. Сейчас, одну секунду. В чем дело? Начальник, позови своего. Что вы сказали? Слушай, ты если плохо слышишь, ищи себе другую работу. Нам не нужны инвалиды в полиции. Я говорю, начальника своего позови. Товарищ лейтенант, подойдите, пожалуйста. Генерал-лейтенант МВД Петр Иванович Нестеров. Мой отец. Узнаете? Если вы сейчас же не прекратите беспредел вашего подчиненного, я буду вынуждена ему позвонить. Досягаемость в любой точке земного шара. Нестерова. Елизавета Петровна. Ну так проезжайте. Ой, простите, пожалуйста, а вы не могли бы еще попросить вашего помощника нам номер протереть, то как-то неудобно в город въезжать с грязными номерами? Чего стоишь, Вася? Помоги Елизавете Петровне.